Смотри новые серии эксклюзивно в подписке Иви. Иви, выбирай мультфильм легко. Бада. Бада. Научу вас путешествовать. Бода-борода. Терракотовая армия. Берете фигуру и делаете ход. Вот так. Вот так. Не забывайте, дети, цель игры – поставить мат королю. Тебе мат, Бода. Дети, это неправильные фигуры. Иначе я бы не проиграл. Сейчас я покажу вам правильные. Смотрите, какими должны быть настоящие шахматные фигуры. Но это не шахматы, а терракотовая армия. Древний китайский император Цинь Шихуанди, чтобы оставить память о своих достижениях, приказал сделать из терракоты. Терракота – это глина такая. Несколько тысяч воинов. Захоронить их рядом с собой в огромной гробнице. И потом, дети, не до истории сейчас. Лучше помогите фигуры выбрать. Вот, смотрите, какие пешки. Так, эти 10 будут за черных. А эти 15 за белых. Эти 7 за белых. А эти... И запутался я совсем. Такие они одинаковые. Раньше фигуры были цветными, но краска теперь разрушилась. Точно. Хе-хе-хе-хе. Нужно их покрасить. Боды, их нельзя красить. Это же музейные экспонаты. Ладно, пешки и такие подойдут. Вот еще коней возьмем. Лучников. В шахматах не бывает лучников. А у нас будут. Так. А где слоны? И короля не могу найти. Слонов и короля здесь нет. Как это нет? А здесь что? Здесь захоронен сам император Цинь Шихуанди, но гробницу еще не раскапывали. Вот лентяй. Ладно, сам раскопаю. Может, он туда слонов с королями спрятал? Бода, ты что? Там установлены ловушки со стрелами. И ртуть повсюду. А ртуть ядовита. Ой. Да и пожалуйста. Буду без короля играть. Вы мне тогда мат поставить не сможете. А всех этих ваших страшилок я не боюсь. Эй, мама! Вот вы какие! Я к ним по-хорошему за пешками приехал, а они... Порисовать не дают. Короля со слонами упрятали. Ртуть у меня травят. Птицами пуляются. Все, я домой еду. Так. Хе, ишь ты. Так. Бода, мы тебе подарок привезли из музея терракотовой армии. Ого-го-го-го! Да это же те самые-самые правильные фигуры! Вот. Вот так. А мы вот так. А я вот так. А я вот так. А я вот так. И вот так. И вот так. Бода, ты на мат поставил. Хе-хе. Я ж говорил, с правильными фигурами я вас мигом обыграю. Смотри новые серии эксклюзивно в подписке Иви. Иви, выбирай мультфильм легко.